на матче дивизиона Рофл Arizona State Sun Devils против Wisconsin Herd. И открывает счет в этом матче Мамедов. Смотрим за дальнейшим развитием игры. И Arizona, неплохое движение в атаке, и забивает 2 очка. Второй точен. И теряет мяч, снова теряет мяч Висконсин и переходит в атаку. И Мамедов. Второй забивает. Еще за скидка на Мичура. Мичуров дальше наверх. Сазонцев выпускает 3 из передачи Мичурова. Аризоны 2 очка. Мимо, очень сложный бросок на подборе Сазонцев. Сазонцев сам идет в проход. И 2 очка. Так, Мамедов в посте работает, проходит и сам же реализует. Харитонов с мячом. Отдает пас на Сазонцева. Сазонцев снова 3 туда. И Виктор Зайцев. Первый штрафной мусает. Штрафной забит. Отлично. Подал любимую левую сторону. И 2 очка мимо. Хорошо отработал корпусом, но, к сожалению, не смог завершить. Тишин. Красивый. О, не продолжает. Снова Сазонцев. Пас на Копеля. И со вторым точно. Мяч получает 13-й номер. Висконсин не реализует. Харитонов дальше отдает на... В углу получает Копель Сергей и реализует снова 3 очка. И Висконсин впервые в этой игре выходит вперед. Кто помогает? 99-й номер Аризоны. Достаточно простой лейап, на помощь никто не... В атаке Аризона. Средний бросок Тишин. Мимо, подбор. Подбор за... Висконсин переходит в атаку. Харитонов с мячом. Заслон получает от Большого. Скидка в угол. И снова 3 очка реализует. Копина бьет. Итак, второй нас ожидает. И второй точно в цель после серии отскоков. В атаку команда в зеленой форме. Сазонцев теряет мяч. Мамедов на перехвате играет и забивает 2 очка в быстром отрыве. 99-й номер дает скидку снова наверх. Лыбков Александр, пас на Емица. И Артем реализует 2 очка из-под кольца. Первый штрафной реализует, сокращает отставание до 3. Первый штрафной реализует Тимур. У него сегодня с этим проблем нет. Второй штрафной Мамедов реализует. Неточная передача. Теряет мяч, но догоняет. Этот мяч Харитонов Павел отдает на Гранченко. И Гранченко реализует 2 очка в быстром отрыве. Не... Харитонов отдает на Сазонцева снова. Такое чувство, будто эти парни между собой только пасуются на площадке. И Артем Серый Казак отлично. Просто отлично разворачивает. Первый точен, от забора он закладывает. Второй точен, на этот раз чисто. Сазонцев заходит, флотер бросает, но не добрасывает в переднюю дужку. Сам на подборе борется и добивает очки.
босс загружает Маркарян 25 номера и реализует 2 очка. И какой сложный эндуан забивает Сазонцев! Потрясающе! Еще и штрафной он будет пробивать, сейчас может сократить отрыв. Так, Сазонцев. Штрафной точен. Красавчик. Нет, но мимо на подборе. Серый казак Артем получает банан от Емица. Емица дает передачу в быстрый отрыв и реализует Михаил Тиш. Как сравнивают счет, но никак не могут выйти вперед и создать себе комфортное преимущество. Артем, серый казак. 3 очка забивает с передачи. А брата. Емиц, снова скидка. Тишин Михаил реализует 3 очка со скидки. Быстро отдает первым темпом и теряет мяч. Тем временем Тишин получает. Какой флотер высокий забивает. Ничего себе. Вводит с лицевой. Парни из Аризоны. Снова Маркарян один на трешке получает и реализует этот бросок с передачи Мамедов. И в 7 очков уже ведет Аризона. Все никак не могут забить Висконсин. Серый казак Артем получает в посте. Отлично, он просто давит своего соперника. Харитонов на Сазонцева. Сложная была передача. И в быстром отрыве. В быстром отрыве Тишин реализует 2. Харитонов 3. Туда! Мяч у Висконсина. Смогут они продолжить эту атаку. И снова совершенно одного оставляют игрока Висконсина. Харитонов Павел реализует. Сазонцев проходит флотер. Флотер в переднюю дужку. На подборе Мамедов. И в быстром отрыве Тишин с передачи Маркаряна. Отлично. Средний, 2 мимо. Мамедов на подборе. Бегут вперед снова игроки Аризоны. 3 в одного выходят. И Тишин реализует 2 очка туда. Не реализует. Получает блокшот от Черкашенко. А Гранченко Павел. И снова в отрыве Тишин. Как же он отличает тот самый момент, когда стоит убегать и получать впереди передачу. Сазонцев 2 очка. Оставляют Сазонцев. Ой, не Сазонцева, а Харитонова. Извиняюсь, одного. 2 очка он не реализует. И в отрыве Маркарян реализует свои 2 очка в ответ. И 8 очков лидерства Аризоны. Это достаточно серьезно. Один из двух забивает Харитон. Правый винг отдает Лубков на Тишина. Маркарян получает обратно на Тишина. Серия передач между парнями. И 3 очка от забора реализует Харитонова. Харитонов разгоняет атаку своей команды. Нет, не заходит. Берет мяч в руки, отдает на Казака. Казак Триля реализует. От забора, это его вторая трешка. Удивительно, что игрок с такими габаритами бросает дальние. И Мамедов сложный через руки забивает. На дивизионе Рофу вот играть очень сложно. Мамедов Тимур первый штрафной реализует. У него сегодня с этим реализует. У него сегодня с этим проблем нет. Я думаю, что со вторым он тоже будет точен. И я оказываюсь прав. Не реализует, но сам же делает путбэк. Отлично. Просто отлично выглядит Аризона в последних играх. И при Харитонов 3 туда. 10 уже. Перехват. И снова 2 очка забивают игроки. Забивают игроки Висконсина. Это Гранченко Павел. Ничего себе. Харитонов снова 3, но мимо на этот раз. И на подборе отрабатывает Харитонов и забивает 2 очка. А Емец Артем снова фалит. Висконсина и может сократить до 5 их Павел Харитонов.